читай, читай. Ну, будут такие вариации. Наши. Если мы отделим душевное движение, то есть аффект, от представления внешней причины и соединим его с другими представлениями, то любовь или ненависть к этой внешней причине, равно как и душевные волнения, возникающие из этих аффектов, уничтожаться. Уничтожиться по-русски. Ну, блин. Если мы отделим душевное движение, то есть аффект, от представления внешней причины и соединим его с другими представлениями, то любовь или ненависть к этой внешней причине, равно как и душевные волнения, возникающие из этих аффектов, уничтожаться. Теорема 3.